конца. И уже на 37-й минуте за 3 с небольшим. И вот то, о чем я говорю. Во второй периоде, во второй половине периода «Магнитка» забивает. Выпускал молодежь на большинство Майк Кинен. И Каминс забрасывает шайбу. Попал под планку. 99-й номер. А шайба оказалась на ребре. И Каминс воспользовался этим обстоятельством. У Владислава это второй матч в нынешнем сезоне. И он набирает первое очко.